Футбольный клуб «Серпухов» проиграл в матче чемпионата России среди команд третьего дивизиона. Обидчиком нашего коллектива стал клуб «Долгопрудный 2». Хозяева поля уже в первом тайме открыли счет в игре. Однако к перерыву серпуховичи отыгрались усилиями одного из лучших бомбардиров сезона Александра Лумоны. Матч так бы и закончился, если бы наша дружина на самых последних секундах добавленного времени не пропустила решающий гол. 1-2 – поражение подопечных Павла Клюкина. После этого тура «Серпухов» продолжает занимать 11 место в турнирной таблице. И уже в субботу, 31 августа, на своем поле примет «Приолит» Реутов.